Привет, друзья! Вынужден констатировать, что одной болью в моей жизни стало меньше. Я наконец-то научился делать вкусный домашний кофе. Анка, я еще снимаю. Вкусный домашний кофе. И долго я к этому шел. Раньше я тоже делал дома кофе, но не обращал особого внимания на его вкус, потому что заедал его маффинами всяческими. То есть это было больше как приправа к маффинам, и вкус кофе не имел особого значения. Сейчас я наслаждаюсь непосредственно вкусом кофе на сливках. На сливках я делаю, потому что сливки лучше взбиваются, чем молоко. Вот, в итоге кофе получается не хуже, а может быть даже и лучше, чем в кофейнях самодельно. Вот. После того, как я стал кофе готовить дома, я перестал тратить 100-150 рублей на кофе в кофейнях, хотя иногда все же я кофе покупаю в кофейнях. Вот, но в целом теперь я делаю кофе дома. Я понял, что проблема была не в кофеварке, а скорее всего в кофемолке, которая добавляла в кофе привкус, а может быть в самих зернах, это я еще проверю. Но теперь я беру молотые зерна на рынке или покупаю готовые и, в принципе, пью нормальный кофе получается. А вот, учитывая, что мы тратили на кофе 100 рублей в день, уходило где-то 3000 в месяц на кофе и в год 36 тысяч как минимум. Сейчас все это будет сэкономлено.